Эдхам Агулатов также рассказал, что у коммунального моста в Красноярске сегодня начали демонтировать металлическую конструкцию, которую в народе давно назвали «железным пауком». На ее месте появится платная автопарковка. Остов недостроенного здания уродовал набережную не один год, и вот, наконец-то, дело сдвинулось. Демонтаж каркаса идет за счет средств Красноярского завода цветных металлов, который выкупил объект. В дальнейшем аренда участка, где разместится парковка, будет оплачивать одно из муниципальных предприятий. Наша цель заключается в том, чтобы на этом этапе, демонтировав конструкцию, сделать там парковочную площадку. Она будет платной, так же, как и другие площадки на территории города, но это будет лучше, нежели вот этот раздражающий людей, значит, каркас, который так и не воплотился в жизнь. Хотя я считаю, что это градостроительная ошибка была изначально, когда там предполагалось строительство такого объекта. Весь комплекс работ должен быть завершен в течение летних месяцев, и до конца лета, к концу лета, к началу осени, площадка должна быть уже обустроена под автомобильную парковку.